35 миллионов долларов за 30 секунд. Распродажа компании Brave токенов BAT, Basic Attention Token, основанных на эфириуме, заняла менее 30 секунд и собрала около 35 миллионов долларов. Основатель Brave Брэндон Эйх заявляет, что их целью является создание цифровой рекламной службы, чтобы издатели выплачивали BAT-токены пользователям в зависимости от того, как долго они просматривают страницу. Немногим удалось приобрести токены, только первые 20 покупателей контролируют более 2/3 всех BAT.